буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Дальше. Это я вообще не первый раз слышу. Кто, как зверь она, что делает? Я не знаю. Чего? Басни кого? Не знаю. Пушкина. Ну, басни кого? Нет, я не знаю. Привет, меня зовут Жека Ширяев, это Негодяй ТВ. Я буду платить 1000 рублей тому, кто ответит на 5 вопросов. По литературе, 5 класс, все очень легко, безумно, ешкин кот. А мы уже с тобой сегодня общались, да? Нет. Обалдеть, так вы все похожи. А что за туса такая у вас здесь? А? Что, тыщенку хотим срубить сейчас? Задаю вопросы. Школьные, 5 класса, по литературе. 5 вопросов, 1000 сразу, в топку. Отвечает один пассажир из вас. Другие не подсказывают. Если будете подсказывать, мы прерываем всю эту вечеринку. Кто самый глупенький? Один на один. Ты следующий. Понял, блин. Очень ожиданно я встретил Никиту с очень модной прической. Это канал Солодей, между прочим. Это там, где... одуванчик называется. Да? Прическа одуванчик. Все в описании. Одно но. Прежде чем мы начнем, надо пройти тест. Если не пройдете, то участвовать вы не будете, короче. Басни кого? Ну, басни кого? Нет, я не знаю. Чего? Басни кого? Не знаю. Пушкина. Ну, в основном-то басни кого обычно говорят. Давайте, проходим тест на участие. Басни Кры? Крылова. Крылова. Кры. Крылов. Крылов, все, ты прошел тест, едем. Крылова. Вот, молодец. Крылова. 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 Ты имеешь право участвовать в этой рубрике. Имя мужика, который собаку утопил. А этот? Это Гоголь, который написал? Кто? Гоголь написал, да? Егерь. Сейчас вспомним. Я забыл. Муму же это называл. Муму, да. Ты прикинь? Да. Дворник. Да я помню, я читал. Г. В 4-м классе. Г. Гера. Почти. А, Гена. Ну, почти как Геннадий. Собака Муму, а не помню мужика. Гера. И в конце, как вот ты вставляешь в телефон, что ты вставляешь в телефон? Маленькая такая. Память. Нет, а вот чтобы вот звонить мегафон, МТС. Гера. Сим-карту. Получается Гера. Ве. Гера. Гера. Сим-карта? Какая сим-карта? Ну вот смотри, симка, а вот добавь Г, и будет уменьшительное ласкательное. Г. Симка? Г-симка. Ге. Мы не проходили это. Гера. Ге. Геннадий. Оканчивается на сим. Геносим. Геносим, да. Герасим. 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 А, Герасим. Да. Герасим. Зачем я к тебе подошел? Поехали дальше, молодец. Геннадий же. Герасим. Герасим, да. Блин, да я не ответил, ладно. Ну, давай дальше. Как не ответил? Герасим. Ты же сказал Геносим, но это типа была шутка, там все поржали. Ну, да, конечно, Герасим. Да. Телега, которая в басне Крылова осталась на месте. А что это за басня? Лебедь, рак, щука, все это тянули дело. Осталось на месте. Да, а вот эта телега осталась на месте, как она называлась? Колесница. Смотри, нет, ну что они тянули, вспомни. Машину, я не знаю, телегу какую-то. Карету, может. Карету. Вести с поклажи, ты няня взялись. Еще раз. Вести с поклажи, взялись. Вести с поклажи. Из кожи лезут вон, а нет ухода. А это еще. Кому? О, нет ухода. Не Во-у. Во. Волку не знаю. Кому? Волу. А. Все, нету ходу. Вот это поворот. Во. Водоросль. Водоросль? Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Но только и ныне там. 3 буквы. А, 3 буквы, что они, да, тянули, да? Да. Во. Потом идет З. Воз. Воздух. Воздух. Очень похоже на зов. Но наоборот. К.
ВОЗу. Красава! Отвечает тяжелейший вопрос. ВОЗу, ВОЗу. А, ВОЗу, да. ВОЗ, ВОЗ. И ныне шумпуньк. Ныне и ВОЗ, а ныне там. ВОЗ. Кого? ВОЗ. ВОЗ, все правильно, ты молодец. ВОЗу. ВОЗу, все. Продолжи. Сижу за решеткой в темнице сырой. Все, мне идти? Да. Ну все, давайте, девчонки. Кто-то там молодой. Какой-то там такой молодой. Ну, ты думаешь, с каким себя зверем ассоциирует? Лермонтов. Да, красавчик. Но это не с орлом связано точно. Нет. Но птица. Ну, орел. Орел. Ну, что-то прорла там. Да-да. Он только и делает, да, что жрет. Зажравшись. Да. Зажравшись. Сижу за решеткой в темнице сырой. Зажравшись. Орел. Зажравшийся в неволе. Орел. Молодой. Молодой. Сижу в мокрой решетке, темной. Не помню. А только, знаешь, кровь я писал, все. Раз так, другое стихотворение сразу же. Ну, на это ты не ответил. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Дальше. Это я вообще не первый раз слышал. Кто, как зверь она, что делает? Я не знаю. Это стих, да? Да. Вихри снежные крутя. И вот тут вот, тут ка. То, как. Ваше любимое слово. То, как. Зверь. Она что сделает? Воет. То. Плачет. Как то? У тебя кто будет скоро? Плачет, как ребенок. Плачет, как ребенок. Не получилось. Давай последнее стихотворение. Давай без. Смотри, стихотворения. Это вообще легкое. Давай. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное. Видение. Как? Не помню. Сижу за решеткой в темнице сырой. А вскормленный в неволе, орел молодой. Вскормленный в неволе, орел молодой. Кого дюймовочка кинула прямо вот в день свадьбы, прямо перед алтарем? Просто по-тихому слилась. Не знаю. Хотя, это богатый челик. Все в ловышке у него там. И какая-то мышка, в общем, познакомилась с этим мужиком. Кузнечика. Денег как грязи. Кузнечик просто бедный лох по сравнению с вот этим. Кто? Паинца, по-моему. Паинца. Не повелась на ловышку, понимаешь, граф? Не повелась, потому что она села на ласточку и рванула к другому ковбою. Жуки решили, что она стрёмная. Принц, король. Может, там для своих он и принц или король. Лично для меня, как бы, он просто... Лев. Крот. А? Крота. Да ты гений вообще. Ща! Вижу. В какой гимназии ты учился? Десятая школа. Красавчик. Шо? Ты борец, брат? Да, езжу. Классик, отвечаю, ле. Да, ты барба одели здесь, ле. Ну, как и барба, езжу, барба кто? В описании смотри. Это лейбл, группа лиц. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. Можешь назвать, что это за чучундра? Либо кто написал, либо что за произведение? Ну, мне кажется, что это написал какой-нибудь Есенин. Угу. Нет? Олег Есенин. Леха Есенин. Алексей Есенин. Нет, его звали Идрис. Про путану. Что-то тут неладное. Про путану Есенин писал. Все, мы пойдем дальше тогда, да? Да. Все. Блин, вопросы реально тяжелые. Вот реально. Я вижу по твоей мокрой ладошке, да? Я весь потел, весь переволновался, потому что они меня застали врасплох. Этот канал Негодяй ТВ, ох уж негодяй. Ладно, не подписывайтесь на Слады. Не. Все, давай. Никогда. Всех румяней и белее. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей. Королевич Елисей.
после опубликации этого ролика, через 2, 3, 4, ну, максимум 5 дней, я косящу иногда, в Инстаграме я провожу прямую трансляцию, где вопросы задаю и за ответы правильные плачу деньги. Вот Инстаграм начерикан здесь. Если интересна охота, залетай в этот Инстаграм. Я там тоже видосы как бы выплю. Я же, ну, я, честно говоря, специально вас туда заманиваю, типа вот этими розыгрышами, чтобы вы туда подписывались. Все, и сюда тоже подписывайтесь, если по кайфу смотреть на мое изнеможденное хлебало. Пока. Тут, я вижу, ты наблюдаешь так вот уже на второй разочек. Да, я обращаю внимание на да? то, что вы делаете. Смотри, знаешь, что мы делаем? Мы задаем вопросы школьные 5 класса по литературе. Так. Ответив правильно на 5 вопросов, мы тыщеночку вот так вот накидываем сверху. Я уже снимаю минут, наверное, 50, еще никто ловушку не зацепил. Хочешь поучаствовать? Ну, давай. Сначала тест нужно пройти. Ну, давай. Бас никого. Толстого. Давай.